Всем привет! Как вы помните, подвеску на КамАЗ мы делаем, ну, на МЗ кастомную, делаем ее на серьгах. Вот. И сегодня пришло время задней подвески. Распечатал вот такие вот элементы. Это подвеска как на ВПЛ моделях. Вот так вот это дело выглядит. Но на МЗ она не подходит, потому что она маловато по размерам, он шире. Она вот сюда никак не встанет, маленькая. Вот, и я поэтому ее увеличил. Вот видите, насколько она будет больше. Вот сейчас я ее все примерю. И если она идеально получается, сюда становится, то точно такая же будет подвеска на КрАЦ. Вот. Переднюю я уже напечатал, такую же, как на МЗ. Вот. Сюда будет. Единственное, что тут крылышко, наверное, придется подпилить. Вот, так что разбираем от напоя и пробуем, примеряем. Так, подсобрал немножечко подвеску. Смотрите, значит, будет ходить все. Сейчас до конца все соберем. Вот, остались у нас такие вот элементы на мосты. Будет туда вот вставляться. Сейчас мы все это дело подточим, все подсоберем. Вот, и что хотел я, самое главное, показать. Ширина у кразовской рамы точно такая же, как на МЗ. Смотрите, идеально туда становится. Так что и на МЗ, и на Урал она подходит. Печатаю вторую такую же подвеску. Вот. Сейчас соберем, установим, посмотрим, как будет смотреться. Так. На этом остановились. Значит, рессоры я решил сделать из старой. Разобрал полностью мосты, открутил, раму все убрал. Вот наша новая подвеска. Сейчас, значит, я оттачиваю вот эти крепежи, устанавливаю сюда подвеску и новые рессоры сюда гну из старых. Так что смотрим, что сейчас дальше получится. Так, ну что, небольшая опять пауза, сейчас поприкидываю, что и как, и тогда вам покажу. Так, смотрите, это подвеска Урал. Вот она как бы ходит вот туда-сюда, и вот так она еще работает. Это наша уже подвеска на МЗ. Такая же система, также будет ходить. Одну часть собрал уже. Вот оно все. Сейчас будем доделывать на второй мост, который у нас так проходной. Так что о, скоро получится. Спарк у нас. Продолжаем работы. Дорабатывать придется кое-что. Вот, но сейчас я все это дело проюзаю, попробую, и тогда уже доделаю полностью проект. Сейчас вот сюда еще я эти вставляю и буду делать рессоры. Вот. Будем смотреть, что из этого получится. И для уже клиента будет подвесочка, прям берешь МЗ-ную, выкидываешь и на новую устанавливаешь. Так, ну все, собрал. Чик, чик. Так, народ, поработал я подвеской. Все, подвеска ходит, смотрите. Подвеска мягенькая. Все, подошло. Единственное, не подошло, значит, крепежи
по вторым болтам. Я сейчас проект доделаю. Вот. И немножко увеличу расстояние по отверстиям. Вот. Либо просто можно вот тут вот рассверлить, и она как раз будет на том месте. Сейчас попробую, посмотрю. Смотрите, и вниз уходит под своим весом. Вот. Ну и, соответственно, сейчас будет работать. Сейчас как прицеплю я ее к раме. Где у нас сейчас, кстати, КамАЗ возьмем. Так. Вот наша МЗ-ка. Так. Заводим сюда нашу. Оп. Тележку. Втыкаем кардан. Вот так вот это будет дело выглядеть. Ну-ка зажимаем. Смотрите. Оп. Оп. Вообще класс. Вообще суперская. Так, ну что, низковато немножко, да? Значит, что у нас еще для него есть? Есть вот такое колесо сюда. Запасочка. И кузов от самой МЗ-ки. Но его надо удлинять, чтобы вот такой где-то примерно свес был. Так, что у нас тут? Оп, просело, да? Просел КамАЗ. Значит, надо немножко повыше его сделать. Удлиняем кабину. Крылья там у меня уже готовы. Ну, все. Потихонечку ведем. Интересная такая получается подвеска. Сейчас попробуем выкатить коляску и поставить ее под. Под низ рамы. Ну-ка. Наверное, вот так это дело будет. Сейчас пока кое-как плюхнем сюда. Вот, оно как раз нормально проскочило, да, вовнутрь. Так, сейчас посмотрим. Втыкаем штатное. Все. Опа. Так, это пока лишнее. Так. У нас просто просела еще передняя подвеска под своим весом. Она тоже приподнимется. Поэтому я считаю, что это будет низковато. Так что распилим кузов, удлиним его. Ну и не знаю. Наверное, так останется. Вот так вот, в принципе, высота уже классная. И ходы. О, надо крепить. Давайте прикинем, как все тут будет. Так, вот центральный болт. Вот еще болты. Так, будем сейчас смотреть, как закрепить ее сюда. Можно, в принципе, быстренько прикинем эту подвесочку на нашего КразА. Во, вот так. Ну, ничего, ничего. Ничего. Должен получиться на больших колесах очень даже неплохой. Где-то здесь я уже привез седло. Куда оно встанет. Сейчас. Вот. И не знаю, маловато что-то смотрится. Наверное, придется его чуть-чуть увеличить, что ли. Очень длинное оно получается. Посмотрим. А то, может, наша задумка с сидельным тягачом тоже поменяется в обратную сторону. Тачки у нас переобуются. Ну все, так, пока что подытожим. Вот. Подвеска работает. Напечатал я уже
Еще одну будем собирать для краза. Ну все, пока.